Любители хоровой музыки, ветераны Зеленоградцы и гости нашего города, мы рады приветствовать вас на 4-м хоровом фестивале и конкурсе «Приношение Петру Чайковскому». Добро пожаловать! Разрешите представить вам, уважаемое жюри. Профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Московского и Всероссийского музыкального общества, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Татьяна Анатольевна Малышева. Профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, почетный член Европейской академии «Амадеус», с 2010 года руководитель академического хора Российской академии музыки имени Гнесиных, ставшего победителем 30-го международного фестиваля церковной музыки «Хайнувка» в Белостоке, Польша, 4-го международного хорового фестиваля конкурса духовной музыки «Лаудато Домино» в городе Вильнюс, Литва, с 2017 года руководитель концертного хора Московского государственного музыкального института имени Шнитке Дмитрий Алексеевич Онегин. Профессор Вологодского государственного университета, руководитель объединенного хора Вологодского государственного университета и смешанного хора Вологодского областного колледжа искусств, в течение 16 лет художественный руководитель Вологодского фестиваля православного пения, лауреат российских и международных конкурсов, призер всемирных хоровых олимпиад в Бремене и Риге Сергей Семенович Серебренник. Большое терпение и внимание уважаемому жюри, мы начинаем конкурсную программу. Напоминаю, что мобильные телефоны следует непременно открыть.